follow the same. Every generation has its way. I need to death so big. Newly champion. Всем привет! Я долго не хотел говорить, и поэтому, знаете, как говорится, счастье, оно должно быть тихим. В итоге мне подарили вот такой вот девайс. Это подарок моего старшего сына, за что я ему очень признателен. И я его потихонечку уже его обкатываю. Сейчас я вам его покажу. Такой красавчик, Карлампи, Карли Дэвидсон. Вот такая вот красотень. Ничего о кастельных не буду, потому что, на мой взгляд, он настолько самодостаточен, что я не вижу смысла здесь еще что-то делать. Вот так он выглядит сбоку. Вот так он выглядит впереди. Ну, собственно говоря, я, в общем-то, ребят, это обращение к моим подписчикам, потому что в основном эти ребята, они, я уверен, могут за меня по-настоящему порадоваться. Ну, а кудахтерам, что я могу сказать, я очень сожалею. Вот, так что вот такая вот у меня симпатичная, ну, реально мужская игрушка. И, ребят, я, наверное, не смогу сегодня, хотя я не знаю, получится у меня забрить или нет, но я его обязательно сделаю. Дело в том, что я завтра улетаю. Я улетаю где-то на недельку, на две в Стамбул. Ну, там у нас еще будет несколько городов. Одним словом, если все получится, то я запилю там ролики. И, скорее всего, только без своей любимой опасной бритвы. Может быть, я сделаю так, как я делал с Джакартой из, то есть Индонезии и Малайзии. То есть я сниму вот так вот, просто чтобы вам было интересно посмотреть. Потому что Турция в основном это у всех сразу Анталия и курорт, море и так далее. На самом деле это не моя тема, не мой формат. Я люблю смотреть рынки, людей, архитектуру. Вот это мой формат, и я постараюсь вам то же самое показать. И поделюсь своими впечатлениями. И буду в процессе, вот, когда я вернусь, дай бог, чтобы все было хорошо, вернусь домой. И уже под опасочку все вам это покажу и расскажу. Всем привет, ребят. Спасибо вам за внимание. Пока.